Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Катюш, слушай, ну вот буквально недавно к своей подружке ездила, говорю: Оль, ну так мне нравится. Она переехала, у нее новоселье было, говорит: ты знаешь, как мне нравится. Она мне рассказывает, что она в зале хочет для себя бархатные шторы. Так. Ну, чтоб ты понимала, зальчик небольшой. Сколько квадратов? Меньше 20, наверное. 15. Ну, то есть, да, где-то так, 15. И ты знаешь, я, конечно, промолчала очень тактично, но сама подумала, как так, бархатные шторы утяжеляют 15 квадратов. Говорю, ну, я, конечно, у Кати Архипенко спрошу, если но, что. Я тебе хочу сказать, просто нужно правильно подобрать бархатные шторы. Вот наши бархатные шторы, они наполнят любой дом роскошью, подчеркнут, конечно же, его статус. Также благодаря трем фактурам, посмотрите, у нас три вида ворса. Такие шторы не будут утяжелять интерьер, а наоборот наполнять его блеском, сияние и визуально даже расширят пространство. Три цвета на выбор, и это полный комплект, который прослужит 15 лет. Итак, заметьте, очень красиво смотрится первый цвет молочный, второй бежевый, такой перламутрово-жемчужный, и цвет коричневый сейчас находится у нас в руках. Три цвета на выбор, лучшая цена 3499 рублей. Богатая сказка специально для вас со скидкой в 2500 рублей. Действительно, бархатные шторы – это определенный уют, это определенный статус, это гордость каждой хозяюшки, которая приходит всегда в гости и отмечает такую дорогую деталь в интерьере. Но, Катюш, у меня, конечно, очень много вопросов именно о бархатных шторах. Расскажи, пожалуйста, все детали и вообще, как их правильно крепить. Леночка, ну у нас готовый отшитый комплект, что очень важно, на шторной ленте. А шторная лента – это универсальное крепление, которое подойдет для крючков, крокодильчиков, для колец. Вам не придется менять свой карниз. Шторы подстроятся именно под ваш карниз. Вы сможете преобразить интерьер буквально за 10-15 минут. Леночка, ну давай познакомимся с фактурой, да, и с цветовой гаммой наших штор, потому что они, конечно, не только блистательны, они выглядят очень дорого, и это модная тенденция Нового года. Коллекция весна-лето 2018 представлено вашему вниманию, поэтому вы наполните свой дом не только благородством бархата, но и, конечно же, украсите свой интерьер в модных тенденциях. Лен, я знаю, что очень хочу. Я хочу посмотреть портьеру, да, более внимательно рассмотреть ее сверху вниз, потому что наша портьера, ты обратила внимание, что так. У нас очень интересно выполнен принт, это дизайнерские портьеры. Да, я с тобой согласна, и вот с удовольствием, если позволишь, я тебе помогу, потому что хочу сама рассмотреть все детали. Слушай, как дорого да, смотрится. На самом деле детали здесь уникальные, это очень дорогостоящая технология, хочу отметить. Да, вы видите, как выполнены портьеры. У нас неоднородный принт, у нас вензеля, они расположены, да, в середине более крупно, внизу более уже изысканно, утонченно. Портьеры богаты, но они не кричащие. Они очень благородно выглядят и, конечно же, подчеркивают статус вашего дома. Такие портьеры идеально впишутся в любой стиль интерьера. Так. В классический, в современный, может быть, ар-деко, либо прованс. Самое главное, выбираем цвет. Если вы желаете создать такой интерьер в спокойных, благородных оттенках, да, которые более привычны глазу, комбинируются с темной и светлой мебелью, пожалуйста, выбирайте модификацию коричневый цвет. Для тех, кто отдает приоритет более светлым интерьерам, но тем не менее универсальным оттенкам, я рекомендую выбирать бежевый цвет. Ну а для тех, а может прогуляемся? Давай, с пойдем. Удовольствием. С удовольствием. Итак, пойдем. Вот для любителей универсальных оттенков, Лен, я рекомендую, конечно же, выбрать бежевый цвет. Хочу отметить, что наш бежевый цвет, он достаточно холодный оттенок. Оттенки бывают тоже разные. Но чем уникальный?
нейтральный холодный цвет, он будет сочетаться, значит, и с теплыми, и с холодными интерьерами. Угу. Вот это вот особенность именно холодных оттенков. Итак, модификация бежевый цвет. Для тех, пойдем дальше, Лен. Так. Для тех, кто хочет, знаешь, вот визуально прям расширить пространство. Да, да, особенно маленькие, когда комнаты. Вот, смотри, прекрасное решение, это модификация молочная. Это мой выбор. Я выбрала данные портьеры для своей спальни. Ты помнишь, у меня спальня чисто белая, у меня белая мебель, практически белые обои, но только ламинат у меня такой темно-коричневый. Вот я выбираю именно белый, чтобы спальня была очень нежная и романтичная. Конечно, у меня сразу, знаешь, вопрос, насколько белый цвет практичен в интерьере? Прекрасно. Как часто его нужно будет стирать? Вообще, как правильно стирать? Потому что многие сейчас, ты же знаешь, наших женщин, у которых просто нет времени, работа, дети, семья. Как, насколько практично именно вот такая ткань в интерьере? Леночка, ну вот чем уникален бархат? Конечно же, он уникален, во-первых, своей практичностью. Mm-hmm. У нас здесь, ты обратила внимание, да, на три вида ворса, скажем так. Благодаря этому, во-первых, у нас есть абсолютно гладкое полотно. Да, есть более короткий ворс и более длинный, который дает вот этот вот глянец. За счет того, что у нас три фактуры, шторы, во-первых, абсолютно не накапливают пыли, что очень важно, а значит, стирать их придется крайне редко, Леночка. Ну и, кстати, постирать их можно легко в вашей стиральной машине на деликатном режиме 30 градусов. Вообще, бархат уникален своими износостойкими свойствами, да, такие шторы прослужат вам десятилетия. Итак, дорогие, 10 лет без потери качества. Это лучшая цена. Телеканал Шоп-н-Шоу 3499 рублей. Только сегодня, совершая свою первую покупку, вы получаете эти шторы абсолютно бесплатно. Это для наших новых телезрителей, новых покупателей. Но я хочу еще раз обратить внимание, да, на фактуру. Посмотрите, обратите внимание. За счет того, что у нас здесь две фактуры, два вида ворса, три вида точнее, один из у нас матовый, да, он не имеет глянца, а второй, наоборот, более глянцевый. За счет этого создается такая перспектива, глубина. И плюс, благодаря освещению, да, от разного типа освещения все будет зависеть, от, например, от времени суток, угу. Да, шторы будут еще и менять свой цвет. Они будут становиться более светлыми, либо более темными. Как красиво. Поэтому ваш интерьер, он станет еще и многогранен.